закончатся ваши безответственные опыты, в результате которых обесточивается весь наш корпус, понимаете? Дома электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных, домашних целях. Сегодня вы пережгли пробки, понимаете? А завтра пережжете весь дом? Ой, это еще что? Ну вот. Фу. Что ж, придется повысить напряжение. Но я должна сообщить тебе ужасное известие. У меня сегодня в кафе увели перчатки. И я полюбила другого. И знаешь, Шурик, как-то даже вот тянет устроить скандал. Оригинальный вы человек. Извините. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпак. Ну-с, продолжим. Это я удачно зашел. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Вы своими разводами резко снижаете наши показатели. Александр Сергеевич, куда стенка девалась? Да ну вас к черту с вашей стенкой! Куда к черту? Полквартиры исчезла! Видел чудеса техники. Но такого! Скажите, это стало быть, любую стенку можно так убрать? Меня терзают смутные сомнения. На вас точно такая же замшевая импортная куртка, как у Шпак. Я артист больших и малых академических театров. Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Скажите, и в магазине можно также стенку приподнять? Какое полезное изобретение! Если ты еще раз вмешаешься в опыты академика и станешь на пути технического прогресса, я тебя... Тихо. При небесном усилении ты подобному игумну Кузьме челом бьет. Смотрите, ведь это же Иван Грозный. Мама мия. Демоны! Положи трубка! Задавлю шляпа! Замуровали, демоны. Вот что крест животворящий делает. А где царь? Закусывать надо. Видали, как покойники стреляют? Отворяй, собака! Молви еще раз, ты не демон. Перегорели все транзисторы, и пока я не куплю новый, я не смогу вас отправить обратно. Так покупай! Вы водку пьете? Анисовую. Так. Отведай ты из моего кубка. Зачем это? Отведай. Здрав будь, боярин. Будьте здоровы. Глюшница водку делала. Пускай будет глюшница. Закусывайте, закусывайте. У меня вот тоже один такой был. Крылья сделал. Ну, я его на бочку с порохом посадил. Пущай полетает. Ты меня уважаешь? Господи, Иван Васильевич. Тогда пей. Голову им отрубят и всего делов. Всего делов. А? Да пес с ними. Живьем, брат демонов! Царем будешь? Ни за что! Одевайся, убью! Поговори, ходи со мной, эй! Да еще раз, да еще много-много раз. Ну, как? Ой, не похож, ой, халтура. Понимаешь, у того лицо умнее. Вот лица попрошу не касаться. В чем дело, товарищи? Какой паразит осмелился сломать двери в царское помещение? Царь тут! А где же ему быть? Царь всегда на своем месте. Хватит! Андемонов-то и нету! Но они самоликвидировались. Феофан? Дьяк посольского приказу! Короче говоря, все вон! Вон! Не приставай к царю! Это приятель Антон Семенович Шпак. Ой, дурак! Повесили тебя на собственных воротах третьего дня! По приказу царя! Чего ж ты молчишь, сволочь? А я наоборот, Жорж. Шайбу! Шайбу! Я не имею права подписывать такие исторические документы. Господи, какой скандал меня дома ждет. Я же не сказал Ульяне Андреевне, куда я пошел.
зачем я открылась этому святому человеку? Жди меня, и я вернусь. Алло, Анюта, ты себе не представляешь. Я сейчас улетаю в Гагры. Карп Савельич, вы негодяй. Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами. Боже мой, какой текст, какие слова. Профессион де фуа. Боже, какой типаж. Браво, браво. Ты по что боярню обидел, смерть? Гениально. Не узнаю вас в гриме. Сергей Бондарчук, Юрий Никулин. Иннокентий Смоктуновский, Кеша. Ах ты, бродяга, смертный прыщ! Ты что, спятил? И на колени, червь! Ах, это вы репетируете, Зинаида Михайловна? Натурально, как вы играете. Ты чьих будешь? Ты холоп, спрашиваю. Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. А еще боремся за почетное звание Дома высокой культуры быта. Ну, любострастный прыщ живота или смерти просил, боярыни. Ты боярыню соблазнил. Я аз есмь. Житие мое. Пес смердящий, ты посмотри на себя. Паки-паки. И же херувимы. Любишь боярыню? Люблю. Боярыня красотою лепа, червлена губами. Чего ж тебе еще надо, собака? О. Ну так и женись, хороняка. Князь отпускает ее. Вельми понеже, весьма вами благодарен. Ой, бесовская одежа, ух, искушение. По элику мы зело на самолет опаздываем. Красота-то какая, лепота. Сдвинь брови. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает. Гитлер кабут. О, я. Кемская волость. Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао. Смотреть надо за вещами, когда в комнату входишь. Меня опять терзают смутные сомнения. Уж пока магнитофон, у посла медальон. Ты на что царская морда намекаешь? За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Заморская икра, баклажанная. Ну, царь, вздрогнули. Это же все же, что нажито непосильным трудом, все погибло. Ты же хотел от пьянства. Тебя же узнать нельзя. Магнитофон импортный, пиджак замшевый, портсигар золотой отечественный, ничего же нет. Оставь меня, старушка, я в печали. Я же на 5 лет тебя моложе. Да ты ведьма! Как челобитную царю подаешь? Да ты, я вижу, холоп, не уймешься? Твое честное, благородное слово. Спасибо, спасибо вам. Что вы? Инженер Тимофеев свою квартиру живого царя вызвал. Я не пьющий. Слушай, старик. У вас в ювелирном магазине драгоценности принимают? Сделаем. Здравствуйте, царь. Очень приятно. Царь, очень приятно, царь. Простите, ваше имя, отчество? Марфа Васильевна я. У всех трудящихся 2 выходных дня в неделю. Мы, цари, работаем без выходных. Нам, царям, за вредность надо молоко бесплатно давать. Все-то ты в трудах, все в трудах, великий государь. Аки пчела. Еще рюмочку под щучью голову. О, да ты, ваше благородие, нарезался. Но. Эх, Марфуша, нам ли быть в печали? Танцуют все! Сколько сказки скрипнуло здесь, звезд я где-то вызывая. Говорят, царь не настоящий! Я требую продолжения банкета. Аз есть царь. Кличка. Тихо. Год рождения? 1533 от Рождества Христова. Где живете? В палатах. Казань брал, Астрахань брал, Шпакань не брал.
Вы еще ответите за ваши антиобщественные опыты, хулиган. Интересное кино. Что это у вас, товарищ ученый? На площадке милиции вроде дежурит. Три портсигара отечественных. Куртка замшевая. Три. Так что же, выходит, у вас два мужа? Выходит, два. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат. Торопиться не надо. Сесть я всегда успею. Меня царицей соблазняли, но не поддался я. Где ж вы были все это время? Милицию замели, дело шьют. Что, вас уже выпустили из сумасшедшего дома? Ах ты, хулиган! А еще очки одел! Чао!